намечаем, на карандаш сильно не давите, примерно где будут располагаться предметы. С 2019 года в детской школе искусств Красноармейска проводят занятия по рисованию для членов клуба «Активное долголетие». Их водят на пленэры, каждый раз стараются показать новые техники. Сейчас на занятия ходят порядка 20 человек. А сегодня на занятии у нас винная гризаль. Это техника рисования вином. Изначально мы рисуем натюрморт в карандаше, дальше мы будем обклеивать ее либо клеем, либо восковым мелком, делать контур и далее будем заливать это все вином. После высыхания вино приобретает другой оттенок. В результате получается цвет, как вот на этих работах. Кто-то открывает так свои таланты. Женщины признаются, что не ожидали таких результатов. Сейчас они знают основу построения композиции и уверенно рисуют разными красками. У нас такого не было. И некогда было. Сейчас свободнее. И открывайте свои таланты. И очень нравится, да? Да. Даже тут что-то получается. Да, получается, конечно. Преподаватели нас хвалят, а это уже достаточно. Галина Богданова только в 70 лет открыла для себя рисование. Как только появились эти занятия, сразу стала ходить. Теперь некоторые ее картины висят у пенсионерки дома в рамках. Мне очень нравится, я хожу уже 4-й год сюда. Вот. И я здесь отдыхаю просто душой. И в коллективе нахожусь. Понимаете, этого не хватает для нашего возраста немножко. А здесь какие-то люди все одухотворенные немножко. И они стараются все сделать очень красиво. В этом году в детской школе искусств решили сделать выставку работ членов клуба «Активное долголетие». Поэтому каждое занятие теперь картины собирают. Из них будут выбирать лучшие для того, чтобы показать всем. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.